Всем привет! Для сегодняшней идеи я буду использовать аммиак, он же нашатырный спирт. Средство для мытья посуды Фэйри, 2 шприца, один на 5 мл, второй на 20 мл. Очищенную покупную или водопроводную воду, желательно с низким содержанием солей. Также подойдет дистиллированная вода. Объем воды, который я буду использовать, составляет 5 литров. Итак, пожалуй, приступим к изготовлению сегодняшнего средства. Первым делом берем шприц 5 мл и набираем в него Фэйри. Хочу заметить, что на 1 литр воды требуется всего 1 мл Фэйри. Далее аккуратно выливаем содержимое шприца в бутылку с водой. Следующим шагом нам нужно набрать нашатырный спирт в шприц 20 мл. Дозировка аммиака следующая: 10 мл на 1 мл воды. А так как в моем случае 5 литров, я набираю 2,5 шприца и аккуратно выливаю их в бутылку с водой. После проделанной процедуры хорошо закрываю бутылку и тщательно перемешиваю. Теперь можно пользоваться. Получилась шикарная летняя омывайка для стекол вашего автомобиля. Она ничем не хуже покупной, но в разы дешевле. Получившиеся средства не оставляет разводов, хорошо отмывает мошек, в отличие от обычной воды, и имеет приятный запах. Кстати, запаха аммиака вообще не ощущается. Кто не знал, нашатырный спирт содержится во всех средствах для мытья стекол. Лично я пользуюсь этим средством уже более 4 лет. Так что берите на заметку, средство работает на все 100% и сэкономит ваш бюджет. Ну а на сегодня все, желаю всем добра, удачи, успехов, берегите себя, пока-пока.